Анонс и точники выхода первой и второй серии 23 сезона сериала «Тайны следствия». Первая и вторая серии сериала выйдут в эфир 4 декабря. В новых сериях снова кипят нешуточные страсти. На пути Марии Сергеевны, которая не успела расстаться с Луганским, встречается новый воздыхатель Васнецов. Но сама Швецова погружена в себя, личные проблемы и не обращает внимания на ухаживание поклонника. В это же время романтические отношения между Платоновым и Черняевой становятся все сильнее, а в Людмилу Каланкову влюбляется криминалист Аркадий Башмаков. Несмотря на личные изменения, Швецова все так же отдает себя работе и не забывает кидаться в пучину криминальных событий, расследуя самые сложные и загадочные преступления. Первая и вторая серии сериала выйдут в эфир 4 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.